астропрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – меховые изделия от Северины. 13 марта, по данным ГИС Метео, в Северодвинске ночью ожидается 5 градусов со знаком минус. Днем температура поднимется до 0, малооблачно, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба. Астрологи советуют начинать все важные дела завтра в первой половине дня. А вечер будет благоприятным с личной точки зрения. Это время эмоционального комфорта. Удобство и тепло вам также подарит наш спонсор – меховые изделия от Северины. Новейшая коллекция норковых манто, мутоновых и каракулевых шуб. Ярмарка меха пройдет 12 и 13 марта во Дворце молодежи «Строитель». А я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего настроения. До свидания.